Сегодня рано утром на территории Орловского юридического института МВД произошло убийство. Об этом нашей редакции сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По нашей информации, участниками кровавой драмы стали студенты-иностранцы. На почве личных неприязненных отношений девушка из Афганистана нанесла ножевые ранения своему земляку. От них потерпевший скончался. Подозреваемая покинула территорию института и скрылась от следствия. По нашим данным, она поехала по железной дороге в Москву. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».